Здравствуйте, ребятки. Это с вами Фобик. Не так. Здравствуйте, ребятки. С вами Фобик. Сегодня. День простой, обыкновенный. Ничего не случилось, просто хотел вам показать, как тут можно легко проапаться. В некой степени легко проапаться. Ну, хоть как минимум рерол сделать или что-то в этом духе осветить. До этого, как всем известно, я качался, бегал на луке, но сейчас мне надо побегать на вейле, чит на вейле. Поэтому сейчас мне надо делать рерол. Я сейчас выкачу вейл. Я, да, по ночью до 40 левела. Потом с утра мне братики поприходили, у меня там некоторые заюзы были, которые увеличат количество получаемого опыта и так далее. На самом деле я вкачал буквально за 2 часа процентов 40. Чисто магом. Маг Соляного меня выкачал, процентов 40 я на апу, за это время в элном парике приводил и так далее. Ну, как-то такая раскачка проходила. Это на 63-м левеле. За это время, под заюзами, я набил 21 волшебную лампу. Чисто 21. Благодаря этим волшебным лампам, в основном ведется прокачка. Потому что там много очень экспы можно получать за эти волшебные лампы. У меня, как можете лицезреть, в наличии 21 штучка. Сейчас мы их проапаем, точнее не проапаем, а пооткрываем. И все эти лампы прикинем на нашего вейла, которого мне надо прокачать. Они передаются спокойно по вашему аккаунту. То есть, если у вас на аккаунте есть, как у меня, например, лучник и вейл. Я спокойно лучником могу прокачаться, у меня ультимейты подкачали, 2 часа просто провели со мной. 21 волшебную лампу я получил, хотя замечу, когда я стоял соло лучником, я в день максимум там где-то 7 ламп делал. Сейчас меня маги чисто взяли на прокачку, прокачали. Можно сказать, я трехдневную норму выполнил. Ну и, короче, сейчас будем открывать волшебные лампы. И потом перекинем все эти волшебные лампы на нашего ВЛ. И посмотрим, какой левел буду я. 20. Синяя. Это те самые светочи. О которых недавно темы затрагивались, которые забагались недавно и так далее. Кто не знает, о чем речь идет, можете последнее видео посмотреть на моем канале. Называется «И новую хакнули. Факты». Не так даже называется. Как же называется, сейчас скажу. «Взломали NH2 Essence. Факты и мысли». Вот так и дочка называлась. Так, открываем до конца. И чисто посмотрим. Четвертый это самые плохие на самом деле. Третий еще ладно. Вторые и первые самые лучшие. Самое большое количество XP получается. И чисто посмотрим, с какой левел мы сможем апать с 21 лампы открытой. И перекинув эти все светочки на нашу основу. Просто можете спокойно. О, вот это сочненько. 30 тысяч опыта. Или миллионов, точнее. Чисто 40 левел, спокойно это прикинули. Еще раз повторюсь, потратил 2 часа кача с магом одним. В пати там бегал на СВЛ понемножку. Парики водим. Вначале мы в пати там минут 40 провели, а потом он в пати бегал. Так, все. Подкрывали 21 лампу, достали 15 синих светочи. 4 зеленых и 1 розовый. Красного не достали, самое крутое. Теперь нам надо эти светочки прикинуть на нашего твинка. Это заходим в менеджер витаминов. Передать витаминный предмет. Выбираем нашего персонажа. Персонаж с чудесным ником Фобушка. Это так мило, приятно звучит. Я не удержался, назвал так. Перекидываю и чисто спокойно перезаходим. Ой. Перезаходим. Чисто Фобушка, вэлочка. Как видите, 40 левел, спрофот, все как положено. Заходим в менеджер витаминов, получить предметы, получаем наши светочки. Раз. Два. Три. Давайте вот сюда поставим, чисто чтобы удобно кликать было. Так, смотрим. 40 левел, 38%.
Бас-бас-бас. Я уже 44-й, я заюзал просто 5 самых плохих светочей. Поехали дальше. Раз-р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 аз. Пятьдесят второе, ребят. И последняя осталась. Вот она, одна, но все же. Самая крутая. 53-я. Чисто с 40-го левела по 53-й. Блин, в чатике у нас реклама Адены, туда не смотрим. Это я не причастен к рекламе. Это просто боты какие-то там пишут и так далее. Ну вот, в общем, как-то так, ребят. Потратил 2 часа времени, и твинка у меня чисто с 40-го левела пропался до 53-го, ну, можно сказать, с половиной. Чисто гадик от фобика, как за 2 часа апнуть левел. Что вам надо было? У меня вот был... Что шквал Сахи был, я покачался, у меня мах выкачивал. Чисто в дуо мах выкачивал. В катах на париках. Вэл на парике собирал. Апельсинка была. Плюс еще там два буста, по-моему. Пирожок у меня был и клановый баф. Который увеличит получаемый эксп. Ну и там некоторые бусты были, но у меня на аккаунте их больше нету, они закончились. Ну исключительно все бусты, которые предлагают, ну, братьки с фогейма. Снова. Ну, чисто вот так вот, ну, рерол захотели сделать. Два часа покачались на основе, перекинули буст, и вы уже бас 52 левел. Ну, 53 уже, ладно, с половиной. Ну, в общем, как-то так. Спасибо за то, что посмотрели данный мувик. Не забываем ставить лайкуськи. И кто не подписался, обязательно подписываемся. Чисто с вами был Фобик. Это был в некой степени гайд, как апнуть с 40 левела 53. До скорых встреч.